Тачки. А на крышах средств отлично. Наш самый лесер Тимур Кишуряк. И поверьте, этот парень сегодня заставит ваши сердца биться чаще. Но самое главное, их парень разъехаться и у них все получается. Я думаю, стоит поаплодировать. На заметку Анки не уезжает, а вам... Вы только посмотрите, какие вы знаете, что вы видите, а кто это уходит. Я думаю, еще несколько времени, и он так идет. Вот так и лицей Коми Бережона. Итак, смотрим. Первое. Люди, шумим, шумим! Второе. И третье. И четвертое. И автомобили заказались. Но мне кажется, Семёночка по праву остается лидером боя, потому что до последнего она билась. И Лифуну не подвластен. И на смертельный исход из этого мира. А я думаю, дорогие ребята, кто-нибудь из мастеров возьмет эту тачечку. Пару тонн шпаклевочки, немножечко золотых ручек. Я поставлю вас снять. Пожалуйста. Я прошу прощения, что вы не приезжаете, но это же были примеры.
она рисует, разворачивается. Потому что чем больше скорость, там больше рост. Без пошутил. Как говорится, как в танках. Не пробил, а опущался. Есть пробитие. И... давай. Топи, топи. Оу. Один готов. Оу. Браво, браво. Огонь. Ничего страшного, это физика. Да ладно, физика. То есть машина пролетает, ты на месте стоял, ты на месте не падаешь. Они не на месте падали. Чуть вперед. А сейчас вас шатать будет делать? А вперед, а чтобы... Электрический. Ваш смелый. А мы светлые. Ну что ж, второй это сектор, на том месте. И я хочу, на самом деле, все тоже отправить. Ну, брат, я сам. Прекрасно, браво, браво, браво. Смелые вправе. Класс. Слушай, хорошие вообще. Ну что ж, внимание вашему представляю самого сильного человека. Остановил он бежал, браво, и как рыжий, браво! И ты хочешь пас, пас, ты куда? Андрей, Андрей, ты куда? Ты гуляешь оттуда? Гуляешь оттуда? Скоро, а где скоро? А где скоро? Че, не надо? У тебя медицинская? Я бы получил его. Вчера? Что за танцы сегодня? Ты смеялся? Я, мне кажется, это не вылечит. Ты не вылечит. Вылечит! Я называю правый шиномонтаж и вашему вниманию. Вот экипаж встречает!
И аплодисменты! Вот они, наши смелые безумцы, окрашенного... У него не получилось в первый раз. О, что это было? Ай, все, что ты не решаешь. Это она, слушай, да. Десятка. Здесь две Свагина. Сейчас здесь поедем. А вы что, господа, хочу сказать, что эти автомобили у них легко. А вот с пилотом, особо который еще не совсем адекватен, очень тяжело. Вашему вниманию, Андрей Волошенко, Юрий Соловьев! Вот, как говорится, удивительная сила. Ну что ж, Андрей, слава Богу, с вами, да? Слушай, а я просто говорю, это что такое? Это что? Это